Каждый день мы предлагаем один главный товар по исключительно низкой цене. Действительный всего одни сутки. Эта цена только сегодня. Специальное предложение сегодняшнего дня – это восхитительная культовая шапка Селина. Когда 12 ноября она появилась в эфире, она побила все рекорды продаж. Вы задавали много вопросов. Вы просили, когда же еще появится шапка Селина. И вот она, в качестве специального предложения дня. Успейте ее приобрести. Количество ограничено. Бесплатная доставка для всех, кто выбирает шапку Селина. И еще один лот. А также неделя подарков на шоп-н-шоу завершается. И мы приготовили для вас великолепный новогодний сюрприз. Каждый из вас, кто сегодня делает заказ на шоп-н-шоу, получает в подарок крем-лифтинг. Получайте удовольствие, готовьтесь к Новому году. Наша шапка Селина с уникальной ценой. Давайте посмотрим, такая шапка Селина подходит для каждого типа красоты. И ее выбирают. Вот они, посмотрите, и Оля Попова, и Оля Грядунова, и Елена Шептунова, и Елена Мироненко, и Света Старостина, и Арина Нагаева. Ну а кто же представит нам эту шапку, боже мой? Микола, я не была с тобой в эфире 2 месяца. И я даже не представляю, какую радость сейчас я испытываю. И как прекрасно, что ты с нами. Звездный стилист, он знает все о моде. И вы влюбились в него сразу, как только он появился на экране вашего телевизора. Привет, звездный Привет, стилист. Привет, дорогая. Я тебя обожаю. Ну и шапку ты приготовила. Шапка, да, действительно отличная. И неудивительно, что она так хорошо всем полюбилась, потому что это национальная исконно русская стиль. Все европейки мечтают и всегда олицетворяют русскую красавицу именно с меховыми изделиями на голове. Здесь у нас идет с вами кроличий мех породы Рекс. О нем я расскажу чуть попозже и покажу как раз-таки, чем же его преимущественность меха более актуальна. Это, конечно же, ручная работа с красивыми ленточным формированием на тканном полотне из шерсти. Это one-size изделие, которое поможет вам не задуматься о том, какой же выбирать себе размер и, самое главное, как за ней ее носить и как за ней ухаживать. Потому что только одним выворачиванием вы можете сохранить качество своего изделия и хранить его в специальном чехле. Если вам хочется ее ополоснуть или освежить, также можно ее вывернуть наизнанку. И, безусловно, данная шапка не только создаст вам красивый образ, но также поможет оставить вашу укладку в естественном состоянии после снятия данной шапочки. Вы только представьте, эффектная шапка, культовый меховой аксессуар, необыкновенно трендовый, с бесплатной доставкой, когда вы выбираете еще один лот. Шапка Селина – это потрясающая первая покупка, это основа вашего гардероба. Вы удивительная, вы неповторимая, и у нас 4 цвета на выбор. Я выбираю синий цвет, темно-синий. У Миколы в руках светло-серый. У меня светло-серый цвет. Давайте посмотрим. Рядом со мной темно-серый цвет. Он как раз-таки отличается более темной полосой. При заказе, ага, обратите внимание, светлая полоса на сером и темная. Светло-серый, темно-серый. И есть светло-серый вот с таким граде белым под шиншиллу. У всех модификаций есть красивая ручная работа вот с такими еще дополнительными перышками чернобурки. Вам так повезло. Единый размер, бесплатная доставка, когда вы выбираете шапку Селина, и еще один лот. Великолепное тепло, легкость. Если вы раньше отказывались от меховых шапок, потому что вы не могли выбрать размер, и вам казалось, что она сжимает голову, вот у меня такое было ощущение, то вы смело можете быть в тренде, выбирая шапку Селина сейчас. Она побила все рекорды продаж. Даже 12 ноября количество ограничено, и это ваша восхитительная, теплая, нежная, бархатистая, удивительная первая покупка. Серый, синий, светло-серый, темно-серый. Итак, шапка. Удивительная шапка, конечно, все восхищаются и все будут восхищаться вашей шапкой, когда вы придете в ней на работу. Да, вы действительно придете в ней на работу, все будут завидовать, потому что, во-первых, это натуральный материал, это уютность, это роскошь, это статус. Это правильная ручная работа. Класс. Ручную работу могут позволить себе не каждый, но на нашем канале она очень допустима. Здесь у нас плавный переход каскада материалов, система граде, оттенков, ленточное нанесение ручной работы. То есть на каждое текстильное полотно нашивали вручную мастерицы вот такие вот отрезы кролика Рекса. И в виде петелек
делали вот такой красивый каскад цветка с добавлением нюансов в виде вот такого вот перьев шиншиллы. Микола, звезды обожают такие шапки, ведь ты звездный стилист. Да, шапки действительно часто появляются на звездах. Вот вы обратите внимание, даже королева поп-музыки Шер ее выбирает. Вот, кстати, в 2016 году Леди Гага приезжала с гастролями в Россию, и с трапа самолета она спускалась в норковой шапке с кокардой. Это олицетворение для иностранок, это олицетворение именно с русскими. Многие дизайнеры, и Сен-Лоран, а Валентина часто эксплуатируют именно русскую культуру в своих коллекциях. Почему наши исконные девушки не могут себе позволить это? Конечно. Могут и обязаны. Еще бы! Супер тепло, комфортно, эффектно. Вы подчеркнете свою индивидуальность, и считается, что меховая шапка отражает сильный характер ее обладательницы. Микола, что ты думаешь по этому поводу? Да, это действительно так, сильный характер, а самое главное, она дает очень много положительных результатов. Во-первых, она one size. Мы не думаем о том, как выбрать размер. Во-вторых, мы с вами можем ее не снимать в помещении, потому что мы не получаем испарину. Что мы и делаем? У нас сейчас не мокнет голова. У нас при этом остается укладка, и мы можем спокойно до работы забежать в банк еще по каким-то делам. Кролик Рекс. И придя на работу, сняв шапку, оставить укладку правильно. И чем правильно отличается кролик Рекс от Чем же отличается другого? Именно порода Рекс? Это так же, как у курицы есть обычные куры, есть бройлеры. А Рекс более плотный, более крупный, более массивное существо. И его перышки, его шерстяное полотно намного более пушистое, все-таки является подпушкой. Шапка формирует здесь идею. Форму. Это хит, это супер бестселлер. Успейте последний раз в качестве специального предложения дня в 2019 году. Сделайте себе такой подарок, ведь неделя подарков на Шопеншоу завершается. Бесплатная доставка, когда вы выбираете еще один лот. До Нового года остается всего 18 дней. И, кстати, когда вы выберете, например, дубленку, то у вас будет дубленка Линди, премьера наша яркая. То и наше главное предложение сегодня, то у вас будет скидка 1500 рублей. Плюс подарок получают все, кто совершает покупку сегодня на телеканале «С душой» Шопеншоу. Это было специальное предложение дня.